Здравствуйте, уважаемые коллеги. Мы рады, что несмотря на расстояние, несмотря на различные временные интервалы, мы с вами сегодня здесь собрались в честь этого замечательного события. Сегодня 102-я годовщина со дня рождения Аарона Берка. День рождения – это праздник, который обычно встречают в кругу семьи, в кругу друзей и среди коллег. И нам с вами очень важно в этот день почтить память этого великого человека, который повлиял на судьбы многих людей, который повлиял на различных терапевтов, которые используют это направление сегодня, которые выбирают путь когнитивно-поведенческой терапии, и на судьбы людей, которые находились, которые находятся сейчас в различных психологических каких-то проблемах, сложностях, и благодаря когнитивной терапии могли избавиться от депрессии, от тревоги и других психологических сложностей. Несмотря на то, что мы с вами сейчас находимся в онлайн-пространстве, мы сможем с вами пообщаться с помощью чата, и чуть позже будет возможность у каждого из вас присоединиться к нам в эфир и поделиться, рассказать о том, как Аарон Берк, как когнитивная терапия повлияла на вас и вашу профессиональную деятельность. Значит, ближе к финалу нашей встречи мы узнаем с вами имя человека, который по итогам конкурса, как Аарон Берк и его когнитивная терапия повлияли на вашу жизнь, который проходил на платформе BCBT Online, и он станет обладателем книги Берка «Узники ненависти». А сейчас давайте мы с вами начнем, и я предлагаю открыть наше мероприятие, посмотрев выступление президента Ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии, члена исполнительного совета Международной ассоциации когнитивно-поведенческой терапии, члена Международного консультативного комитета Института Берка Дмитрия Викторовича Ковпака. Итак, сегодня для нас действительно исторический день. В 1921 году родился Аарон Берк, и мы, конечно, очень рады тому, что этот человек принес в мир, подарил человечеству и то, что объединяет нас как профессионалов, и в частности нашу ассоциацию когнитивно-поведенческой психотерапии. Берк признан профессионалами всего мира и, в частности, Американской психологической ассоциации, отцом когнитивно-поведенческой терапии этого подхода и один из ведущих таких исследователей, пионеров в этой области наряду с Альбертом Эллисом. И наша ассоциация старается уже много лет, вот с 99 года официально, поддерживать интерес к когнитивно-поведенческому подходу в нашей стране и близлежащих странах и развивать эту научно обоснованную форму, модель и направление психотерапии. В 60-х годов Берк написал первые статьи по когнитивной терапии, в 67-м вышла его монография, посвященная депрессии и одновременно когнитивно-поведенческому подходу в этом направлении. И с тех пор десятки, потом сотни, и на сегодняшний момент тысячи уже и материалов, и исследований, и книг вышли на эту тему. Поэтому Берка по праву считают одним из ведущих психологов всех времен и народов. Ну, по разным опросам он входит в пятерку таких психологов всех времен и народов и в тройку врачей 20 века, внесший наибольший вклад в ментальное здоровье. И если мы вспомним, то настоящая фамилия Берка – Бык по отцу, его фамилия Бык, и его отец Гершел Берк или Гарри Берк, как его стали называть в Соединенных Штатах, был издателем, то есть таким уважаемым человеком, уроженцем города Проскуров. Сегодня он называется с 1954 года Хмельницкий. Это такой небольшой областной центр на западе Украины. И вот в этом городе родился отец Берка. Его мать, Элизабет Тёмкин, эмигрировала в Соединенные Штаты из
местечко под названием Любич. Раньше это был такой древний город, но сегодня это поселок городского типа. И в тот момент, когда жила там мать Бека, это тоже был такой поселок, но с очень богатой историей, еще с традицией киевских князей, которые там периодически бывали в этом городе. И родители Бека поженились в 1909 году, и у Бека были братья, вот они все здесь представлены на этом фото. Это была очень дружная семья, очень активная, с такими традициями, которые поддерживались на протяжении всего времени их совместного проживания и те традиции, которые Бек потом поддерживал уже в своей семье. В первую очередь, это очень интеллигентная семья, очень воспитанные были сыновья, и могу сказать по своему опыту, это был удивительно интеллигентный, открытый и очень поддерживающий человек, что в первую очередь было заложено его воспитание. Поэтому такие корни, традиции, которые Бек получил от своих родителей. Сначала он стал отличником в университете Брауна и проявил здесь очень широкий кругозор, такую мощнейшую палитру знаний, интересов и навыков. И в первую очередь здесь нужно отдать должное, опять же, родителям, которые заложили большой потенциал теми знаниями, которые обладали все братья, и в частности Бек. Его оценили за ораторские способности и за литературный талант. Есть такая традиция в Соединенных Штатах организовывать общество с интересными названиями. Вот, в частности, Phi Beta Kappa. Это такой вариант клуба по интересам в каждом университете Соединенных Штатов. И вот он был помощником редактора газеты Brown Daily Herald. Но после завершения с отличием Брауновского университета он учился и в Йеле. И учился он уже в медицинской школе, одна из самых известных медицинских школ, ну, наверное, после Гарварда и Пенсильванского университета. В Пенсильванском университете старейшая медицинская школа, но в Гарварде тоже очень известная. И вот Йель входит в тройку таких блестящих медицинских коллективов и преподавательских, и исследовательских. То есть, что я хочу сказать, подчеркнуть для всех, кто и так высоко ценит Бека, что это не случайные какие-то его открытия и не случайные достижения. То есть человек целеустремленный из достаточно такой малообеспеченной эмигрантской семьи, которой пришлось всего добиваться своими руками, своей головой, он пробился в элиту и образовательных учреждений, и в элиту подготовленных специалистов. Поэтому у Бека, конечно, был потрясающий бэкграунд. Но это, опять же, не заслуга богатых родителей или там волею судьбы, а именно тем подходом к жизни, который он демонстрировал на протяжении всего века, всех 100 лет, которые ему посчастливилось прожить. Ну и нам посчастливилось иметь такую возможность общаться разным коллегам в разные годы с таким прекрасным и замечательным человеком, исследователем и ученым. И сначала он специализировался в неврологии, но тогда требовалось большое количество психиатров. Началась война с Кореей, и, к сожалению, еще не так давно отшумела Вторая мировая война, и, к сожалению, большое количество людей нуждалось в помощи и для лечения посттравматических стрессовых расстройств, и депрессии, которая была ассоциирована и с тревожными, и с посттравматическими расстройствами. Поэтому Бека, по сути, призвали к военной службе,
и одновременно предложили сориентироваться, в каком направлении он хочет развиваться как профессионал. Бек рассказал одну историю, вот Алиса Игоревна, надеюсь, ее потом тоже расскажет. Когда его спросили в военкомате один вопрос, ну, забегая вперед тогда, скажу, что подробнее об этом вопросе расскажет Алиса Игоревна, задавшая несколько вопросов Беку на эту тему. Он очень с юмором, уже в то время он был человек очень известный своим коллегам и по обучению, друзьям и таким соратникам и коллегам. И уже в профессиональной среде он отличался таким открытым, пытливым умом и юмором, который нам пригодится для понимания когнитивно-поведенческого подхода. И Элис и Бек в этом отношении очень элегантно вели терапевтические беседы, наполняя их такими поддерживающими элементами, но одновременно и апеллируя к неким альтернативам с помощью не шаблонных, не таких прямых каких-то атак или контраргументаций, а помогая критическому мышлению своих клиентов и пациентов взглянуть на ситуацию с другой стороны. И юмор здесь служил одним из инструментов, конечно, уместный. Никогда ни Бек, ни Элис не смеялись над своими клиентами, а помогая им вместе посмеяться над какими-то иллюзиями, ложными представлениями, ошибками. Поэтому и Бек, и Элис отвечали, по сути, мудрости Ибн Сины, ученого, врача древности, средневековья, которого мы знаем как Авиценну в Европе, так его называли европейцы, и который говорил такие известные слова, мудрость, которую и мы часто повторяем на своих семинарах, что нас трое, ты, я и твоя болезнь. И от того, на чью сторону ты встанешь, и зависит, кто из нас победит. Поэтому уже тогда, становясь молодым специалистом, психиатром, исследователем, помощником таких известных исследователей, Бек уже показывал свою и интеллигентность, и такую воспитанность, и гуманизм, и очень тонкую, деликатную манеру общения со своими клиентами и пациентами. В том числе включающий и такой очень тонкий и гармоничный, деликатный юмор. Вот так выглядел Бек даже еще на заре своей карьеры. И он стал помощником, как это произошло, Алиса Игоревна расскажет, начальника отделения нейропсихиатрии в армейском госпитале Валли-Фордж. Это в Пенсильвании. И естественным образом Бек связал свою судьбу уже с этим штатом и со столицей этого штата Филадельфии. Он стал преподавать в университете Пенсильвании, который тоже является одним из старейших вузов Соединенных Штатов, наряду с Гарвардом, одним из самых старых вузов США. И, как мы уже с вами обсуждали, Бек в тот момент интересовался не только традиционной такой психиатрией, включая психохирургию, которая в тот момент доминировала, Нобелевскую премию, как вы знаете, дали даже за лоботомию, не только зарождающуюся психофармакотерапию, но и психологические методы работы, которые он стал активно изучать. И, конечно, главным на поле психотерапии представленным подходом был психоанализ, и Бек прошел такую качественную подготовку. Он не только обучился, но и прошел личный анализ и стал изучать возможности психоанализа очень активно на своей практике с пациентами и, в первую очередь, депрессивными. То есть еще в тот момент работы в военном госпитале он столкнулся с большим количеством депрессивных пациентов, и это были ведущие пациенты в его частной практике. Поэтому его труды были посвящены уже тогда работе с депрессивными пациентами и изучению того, как психоанализ влияет на динамику состояния депрессивных пациентов, как вообще развивается депрессия в населении, у конкретных людей, у определенных групп, и в том числе
работая в этом военном госпитале, он накопил большой материал и большой опыт, каким образом реагировали на стресс и на посттравматические состояния его пациенты, испытавшие тяжелые жизненные ситуации. И как традиционный подход психоанализа делал акцент и тогда, и во многом сейчас на бессознательном, в том числе и на сновидениях, Бек стал их исследовать и создал такой инструмент, который мы хорошо знаем и сейчас. Но сейчас он у нас под названием BDI-2, Back Depression and Venture. А вот тогда он создал инструмент под названием шкала депрессии Бека, еще первого такого формата. Второй пересмотр мы связываем еще с именем нашего друга и коллеги Кита Добсона, который возглавил большую группу исследователей, переведя это уже в новый современный формат. И это одна из наиболее распространенных шкал, которые используют сейчас и психиатры, и психотерапевты, и клинические психологи во всем мире. И вот темы потери, темы горевания, темы стресса, которые актуальны и в сегодняшние дни, Бек исследовал сначала с позиции психоанализа и пытался понять вот эти механизмы для того, чтобы обеспечить научную основу для распространения этого метода. Потому что в тот момент, и Бек отмечал это и в своих статьях, и выступлениях того периода, такое сообщество фундаментальных таких научных психологов достаточно критично относилось к психоанализу. И задачей Бека было доказать, что психотерапия работает, и показать, что психоанализ заслуживает более, может быть, внимательного отношения со стороны такого фундаментального научного сообщества. И наша задача как раз смотреть на эти научные основы так же непредвзято, как и делал это Бек. Потому что, к сожалению, тут по формату почему-то сдвинулась немного презентация, но я буду проговаривать тогда те фрагменты, которые сдвинулись. Потому что, несмотря на свою приверженность психоанализу на тот момент, он пришел на кафедру, которую возглавлял известный психоаналитик, одновременно возглавлявший общество психиатров в Соединенных Штатах. И были интересные исследования и совместные с Беком всей кафедры. Но все-таки он увидел, что в эксперименте некоторые положения психоанализа расходятся с реальностью, особенно касающиеся гнева, враждебности и других. И поэтому те идеи, которые доминировали на факультете, он поставил под сомнение. И, конечно, были очень жаркие дебаты. Естественно, кафедра вся, в общем, как дружный коллектив, придерживалась такой позиции, достаточно очерченной, именно психоаналитической. Тем не менее, несмотря на свои научные разногласия, он поддерживал заведующего кафедрой. И когда возникла такая коллизия, такая, ну, может быть, уже производственная драма, скажем так, когда была борьба за кресло, за должность заведующего кафедрой, поведенческий терапевт победил в этой битве, который очень критично относился к психоанализу. Бек же, несмотря на свою критику психоанализа, посчитал важным поддержать все-таки своего коллегу-психоаналитика. И на этом фоне вынужден был уйти в такой отпуск исследовательский, ну, по разным соображениям, и в том числе из-за того, тех перипетий, которые возникали на кафедре, из этических таких положений, но и из своих исследовательских интересов. Он решил погрузиться в исследования и взял такой творческий отпуск на 5 лет. Он занялся частной практикой и, практикуя, очень подробно разбирал кейс каждого клиента. И начал применять те процедуры, которые хорошо нам на сегодняшний день знакомы и известны. То есть он ввел тогда понятие когнитивной модели, он ввел понятие автоматических мыслей, он предлагал делать записи своим клиентам, он записывал собственные мысли в свой дневник,
И начиная просто с таким вариантом open mind, открытого ума, открытой позиции, пришел к основным положениям своей терапии, которые описал в нескольких статьях 61-го и 62-го года. И несколько человек оказали на него значимое влияние в тот момент. Мы постараемся открыть ссылку с официального сайта Института Бека, где Бек подчеркивает там буквально на пару минут его фрагмент интервью, что на него большое влияние оказали и работы Келли, и работы Альберта Эллиса, который ему позвонил, написал сначала, потом созвонился, и потом они встретились в связи с его статьями, как раз начало 60-х годов. Эллис увидел в этом отражение тех идей, которые он сам развивал в Нью-Йорке в этот момент со своими коллегами. Также работы Пиаже, работы Бартлета, Хеда, Бек их описывал и в разговоре с коллегами общения, и в своих статьях, и в потом вышедшей монографии 67-го года. То есть те положения, которые мы знаем как основу, фундамент когнитивно-поведенческого подхода, Бек описал еще в начале 60-х. И ведя свои записные книжки, наполненные таким самоанализом, он как раз и увидел пользу регистрации, не просто прокручивания в голове, а как раз того, что несколькими десятилетиями ранее Лев Семенович Выгодский описал как разницу в критическом мышлении. Критика по отношению к внешней речи на порядок выше, чем по отношению к внутренней. Поэтому фиксация этих идей необходимо для того, чтобы на дистанции, со стороны посмотреть на свое мышление, привычки этого мышления, специфику и стиль этого мышления. И вот на фоне этих идей он общался с очень многими коллегами, которые стали такими инициаторами когнитивного поворота или когнитивной революции в психологии в целом и в практической психологии в частности. И это десятки, а потом уже и сотни специалистов, ставшие пионерами когнитивной революции в психологии и потом в психотерапии. Ну и, конечно, здесь фотография, которая хорошо знакома нашим коллегам, чаще всего ее в виде интернет-мема подписывают фразой, когда Бек спрашивает у Эллиса, к чему снится Хеллингер, и Эллис ему отвечает к перестановке мебели. Вот здесь это была реальная такая серьезная конференция. Мы видим, что Бек и Эллис дружили, и это было на протяжении почти полувека, с 50-х до смерти Эллиса в 2007 году. Они обсуждали очень много идей, поэтому иногда кажется, как найти 10 отличий между РЭПТ и когнитивной терапией. Но по примеру Фримана мы видим, что это иногда те же самые люди, которые учились и у Эллиса, и у Бека, и развивали этот подход, и помогая выстроить некое единое профессиональное поле. По сути, это общий концепт когнитивно-поведенческой терапии, который помогает нам видеть ее непредвзято, помогает нам видеть ее активно, развернуто и пользоваться всеми наработками, которые эти блестящие ученые для нас создали. Поэтому эта связка Бека и Эллиса у нас, так сказать, на устах, вспоминая когнитивно-поведенческую терапию, но и в реальности они действительно очень много коммуницировали, ну и также общались с их ученики, развивая такой общий совместный подход. So who are some of the people who influenced you in the development of CBT? Well, as you know, I got my training in psychiatry and psychoanalysis, and so the influence that they had was in a negative direction because I rebelled against what they were saying, and then I was looking for... Здесь контекст понятен. Джудит Бек спрашивает его, кто на тебя повлиял. Он говорит, ну, это такой очень интеллигентный троллинг. Не будем вдаваться в подробности, но по контексту, чтобы Бек начал с того, что ну, бывает разное влияние, в том числе и негативное. Вот
контекст того сообщества, иногда очень таких ригидных людей, такого истеблишмента психоанализа, который доминировал тогда в Филадельфии, создавал определенные сложности для молодых начинающих специалистов и для активного развития психотерапии. Поэтому там целый пласт есть, который мы сейчас не будем обсуждать. And after I published my first paper called Cognitive Distortions in Depression, I received a letter from Albert Ellis. And it turned out that Ellis... После того, как он опубликовал свои работы, где были описаны когнитивные искажения, различные дисфункциональные мысли, он получил письмо от Альберта Эллиса, ну, о чем я говорил выше. И Альберт Эллис, конечно, один из тех ученых и исследователей, главное, в первую очередь, практиков, который активно повлиял на жизненный путь такого молодого специалиста, развивающегося ученого, преподавателя кафедры Аарона Бека. Who was practicing in New York, had found essentially the same kind of material in his patients that I had, except that he had preceded me by several years. And so I started to read all of Ellis's theories and therapy quite avidly, and that provided a little bit of a structure for the development of my own theory later on. The other person who influenced me, although I had never met him, was a psychologist at Ohio State University by the name of George Kelly, and he wrote a 2-volume book called The Constructs of Psychopathology. And I learned a lot about his personal constructs, and then that gave me a further scaffolding for my theory. Итак, вы услышали, что Бек как раз подчеркнул, что Эллис и Келли — это два таких известных психолога, которые повлияли на молодого психиатра, но уже с опытом и в психоанализе, и в практической психологии, и в экспериментальной медицине, и психологии. И он упомянул, что Келли он никогда не встречал лично, хотя знал очень многих в Соединенных Штатах, очень многих во всем мире. И тут нужно сказать о том, что автор такой теории персональных конструктов Джордж Келли был достаточно замкнутым человеком. И поэтому первые статьи по КПТ условно мы можем отнести к периоду еще до 1955 года. Это статьи Келли. Но он не создал свою школу, такую как Эллис и такую как Бек. И поэтому его упоминают в числе пионеров когнитивно-поведенческого подхода, но не фаундеров, не основателей этого направления. Именно потому, что школа Келли возникла гораздо позже. И вот те идеи ключевые, которые Келли озвучил в этих персональных конструктах, как бы структуре убеждений, Бек активно использовал, так же, как и Эллис, который тоже цитировал Келли и многие идеи воспринял Келли очень активно. Ну, говоря о ученом, исследователе, практике, стоит упомянуть и Бека как человека, потому что я уже говорил, его такие удивительные личные качества. Ну, тут много еще что остается за кадром. Но коротко тогда упомяну, что в 50-м году Бек женился на Филлис Бек, и всю жизнь они прожили вместе, отметив бриллиантовую свадьбу, и у них родилось четверо детей, в том числе одна из дочерей стала президентом, возглавила институт Бека в 94-м году, Джудит Бек. Вот ее фотография вместе с отцом, мы ее все хорошо знаем. И здесь, ну, к сожалению, тоже вот задвинулась у нас картинка, представлен учебник, ключевой учебник нашей ассоциации, наших курсов обучения, учебник Джудит Бек, такая голубая обложка. Мы сейчас готовим выпуск на русском языке уже третьего издания, но вот это та классика, которая последние десятилетия с нами дает возможность понимать когнитивно-поведенческую терапию на самом таком высоком и методологическом, и практическом уровне. И автором ее, этой монографии является Джудит Бек, так же, как и последние 2,5 десятилетия, почти 3 уже десятилетия, возглавляет не только
как руководитель Института Бека, но и как и организатор таких мощнейших исследовательских программ, программ обучения, как супервизор и как вдохновитель уже нескольких генераций практиков и ученых в когнитивно-поведенческом подходе. Мы постарались за эти два десятилетия с лишним в нашей ассоциации развивать этот подход и сотрудничать с ведущими центрами. И вот многие годы нашего сотрудничества с Институтом Бека – это большая радость для нас и большая честь. И мы выпустили этот учебник уже несколько лет назад и, конечно, в первую очередь презентовали его самой Джудит Бек. И рады тому, что сам Арон Бек отмечал, как он рад, доволен и испытывает большой интерес к развитию когнитивно-поведенческой терапии в России, что он доволен, что так много теперь когнитивно-поведенческих терапевтов в России, и наша ассоциация приложила для этого немало усилий и имеет прямое отношение. Ну, вернемся к той монографии, которую Бек опубликовал при своем триумфальном возвращении на кафедру. В 67 году вышла его такая ключевая книга, сделавшая переворот, по сути, в практической психотерапии не только там в Филадельфии, в Соединенных Штатах, но и во всем мире, где уже были изложены ключевые идеи когнитивно-поведенческой терапии. И вот эта книга у Фримана была настольной. Он упоминал это, когда приезжал Артур Фриман, друг и коллега Бека, сооснователь, можно сказать, когнитивно-поведенческой терапии, человек, который первый предложил такое название когнитивно-поведенческая терапия вместе с Мишелем Махони. И он отмечал на семинаре, который проводил в Санкт-Петербурге и в Москве во время визита в Россию, что вот эта книжка для него ключевая, которая создала такой переворот сознания. И он, работавший вместе с Эллисом, приехал в Филадельфию, а он родился в Бруклине, в Нью-Йорке, и там жил и не собирался, в общем, никуда эмигрировать, но он сознательно переехал в Филадельфию, чтобы жить и работать рядом с Беком, проникаться его идеями, развиваться вместе с ним. И вот он один из первых таких учеников и последователей Бека, который помог развитию КПТ, и уже спустя многие годы стал, как он сам говорил, крестным отцом нашей ассоциации. Так вот, эта монография действительно стала такой ключевой для появления когнитивно-поведенческой терапии. То есть это уже не просто статьи, а это уже концепты, включая когнитивную концептуализацию, которые легли в фундамент ее методологии. Ну и, конечно, ключевой стала книжка, сделавший уже всемирно известную когнитивно-поведенческую терапию, а не только среди специалистов, но и среди населения. Когнитивная терапия депрессии, уже не просто книжка по депрессии, а именно раскрывающая уже все нюансы проведения когнитивной терапии, в том числе на примере депрессивных пациентов, и в первую очередь на них. Книга, которая вышла в конце 70-х, в Соединенных Штатах и была издана в нулевых издательством «Питер» по рекомендации нашей ассоциации. Ну, очень много можно было бы рассказывать о жизненном пути Бека. Его научный путь уже с 70-х, 80-х, 90-х и в последующем хорошо знакомы, поэтому я не буду тратить наше совместное такое собрание на все подробности. Просто уже остановлюсь на неких памятных таких моментах, чтобы нам потом перейти к нашему общению. Я надеюсь, вы тоже выскажетесь на тему того, что в вашей жизни значил и Бек, и когнитивная терапия, и в целом когнитивно-поведенческий подход. Ну, просто несколько напоминаний, что, конечно, Бека высоко ценили и его коллеги, не только его пациенты, и исследователи, ученые, специалисты во всем мире, и он получил большое количество премий, тоже здесь десятки фотографий и своего архива, и из архива Института Бека я мог бы использовать, но просто приведу пример людей, которых вы точно узнаете, ну, разные у вас могут быть с ними, конечно, ассоциации, нынешний президент Соединенных Штатов вручал Беку премию в области общественного здравоохранения. И это, ну, на тот момент главный из клана Кеннеди,
Патрик Кеннеди, возглавлявший фонд, который как раз занимается оценкой специалистов, вносящий наибольший вклад в общественное здравоохранение. Ну, Бек, безусловно, внес свою лепту в развитие ментального здоровья во всем мире, не только в Соединенных Штатах, но в Соединенных Штатах очень хорошо понимают, насколько это действительно важная веха развития общественного здравоохранения, насколько качество жизни людей, их прямое физическое, ментальное, психическое здоровье взаимосвязаны, и насколько это действительно важное направление терапии в улучшении со всех сторон, вот так целостно, здоровья человека, комплексного. Ну и, конечно, Бека считают не только врачом, психиатром, его даже отчасти неврологом, так же, как и Фрейд в свое время был неврологом, Борис Дмитриевич Кровосарский был сначала неврологом, но и психологом, одним из величайших. Вместе с этим Далай-Лама, как я подчеркиваю, на первом семинаре нашего базового курса называл его еще и духовным лидером, который помогает людям увидеть перспективу возможности изменений личностной, в том числе трансформации, для того, чтобы не впадать в отчаяние, несмотря на все перипетии и собственной жизни, и общественной жизни, того, что происходит там в стране, на планете и в перспективе эволюции человечества, как увидеть там луч света иногда в темном царстве, как не просто выйти из депрессии, но и получить смысл, основу для своего существования, как фундамент, опору и чувство перспективы, преодоление такой выученной беспомощности. Поэтому Далай-Лама полагал, что Бек – это еще такая фигура посланца такого, ну, с его точки зрения высших сил, но с нашей точки зрения мудрости разума человечества, и сравнивал это со своей деятельностью просветительской, а не только религиозной. То есть он действительно, Далай-Лама, читает лекции, и несколько раз я сам на некоторых видеозаписях слышал, как он упоминает своего друга Бека, врача, психиатра, психотерапевта, как пример вот такого качественного понимания феномена человека и возможностей, которые ему дарит не только такая религия, как буддизм, или такая философия, которая в этой религии содержится, но и такая философия, которая есть в основе когнитивно-поведенческой терапии, помогающая изменениям, поддерживающая людей и развивающая людей. Поэтому для нас, конечно, вот такой социальный аспект, философский аспект и такой ценностный аспект психотерапии и когнитивно-поведенческой терапии, в частности, на примере фигуры Бека, является ключевым для понимания и ценностей того, что мы делаем как специалисты, и ценности нашей организации как сообщества этих специалистов, и некой миссии, которая для нас является ключевой – помощи людям в этом аспекте. Ну и хотел бы поделиться в завершение несколькими кадрами из собственного архива. Тоже это многие-многие десятки фотографий, поэтому взял лишь несколько, которые, с одной стороны, хорошо вам знакомы по базовому курсу, они туда тоже вставлены в первом семинаре, в презентацию. Но взял еще пару фотографий для дополнения. Но особенно это оценят те, кто проходил у нас базовый курс, потому что этих фотографий вы не видели. Это такой эксклюзивный материал. Вот здесь Бек с коллегой. Мы здесь с Андреем Геннадьевичем, с Алисой Игоревной. И, как говорится, внимание на экран. Сейчас впервые, и это Бек сам проговорил в тот момент, обращаясь к Джудит, он взял на руки ребенка после Джудит. Он говорит, после тебя я не помню, чтобы держал Зи на руках. А у него 10 внуков, заметьте. Это Эра Кавпак. На всякий случай. Вот у нас такие есть кадры семейной традиции, потому что каждое лето, если в одном фильме люди ходили перед Новым годом в баню, то у нас каждое лето была традиция приезжать и отмечать день рождения Бека. Это зимний визит был, поэтому вот тут шапка внизу экрана зимняя. Но с тех пор у нас эта традиция закрепилась, и только пандемия один раз помешала нам осуществить такую очную встречу, и мы проводили ее онлайн. Вот так выглядят замечательные двери, которые радушно распахиваются Института Бека.
прекрасная литература, которая там продается, конечно, в изобилии, все книги и Бека, и Джудит Бек, и сотрудников Института Бека. Ну и, конечно, греющая до сих пор наши сердца подпись на книгах. Это такая долгая дружба нас уже связывает нашим русским друзьям с такими сердечными пожеланиями от Джудит Бек. Ну и еще одна записка, которую я уже не стал, конечно, сюда прикреплять, чтобы не было перебора. Это приглашение на встречу с Аароном Беком, которая была еще в первые наши визиты в далекие годы, начало нашего взаимодействия и с Беком, и с институтом, и со всей такой большой CBT-семьей. И вот это тоже исторический для нас кадр. Вручение карты почетного члена Ассоциации когнитивно-поведенческой терапии Аарону Беку. Ну, не очень скромно, за номером 2. Это, конечно, наше упущение, но просто номер 1 мы уже выпустили на тот момент. Вот за номером 2 карта Аарона Бека. Это наше живое общение. Тут нужно отдать должное и Джудит Бек с ее колоссальным терпением, потому что, ну, она понимает, что отцу там нужен отдых, что важно, чтобы не передавили учащиеся там со своими вопросами. Но как трудно удержаться, когда перед тобой такой живой классик, человек колоссальных знаний, удивительного опыта и практики, и отвечающий, ну, просто как, не знаю, Далай-лама. Настолько прозорливо, настолько точно, настолько тонко и изящно еще, не просто владея словом, но и владея таким колоссальным опытом, показывая то, что ты сейчас видишь, и то, что ты еще можешь увидеть. И вот здесь Бек отвечает на вопросы, буквально даже воспитание не смогло сработать и сдержать меня. Жадность такая до знаний заставила меня нарушать все элементы этики и продолжать спрашивать, но пока уже Алиса Игоревна не сказала, что надо, конечно, и честь знать. Сохранилось видео, где Бек описывает будущее, перспективы когнитивно-поведенческой терапии, ее эволюцию. И это действительно те шаги, которые мы наблюдаем последние 2 десятилетия и, скорее всего, увидим и в следующих десятилетиях. Это кадры с юбилея, 25-летнего юбилея Института Бека. Это сентябрь 2019 года, 14 сентября, уже торжественный такой гала-дина, где в центре Филадельфии собрались сотни известных когнитивно-поведенческих терапевтов. И вот здесь мы видим не только справа Аарона Бека, но и мужа Джудит Бек, который тоже выступил, его попросили выступить, рассказать, ну как же вот в семье вы общаетесь, есть ли у вас время, насколько Джудит Бек посвящает себя и детям, и мужу. Попросили обязательно выступить и самого мужа. И как раз в этом отношении Бек заложил такой пример все-таки гармонии между трудом и отдыхом, между наукой и практикой, одновременно семейным таким кругом общением и поддержки своих родных и близких. Это гармония, которая, ну, бриллиантовая свадьба, не только временной такой показатель, но и выступила жена Бека на этом юбилее и сказала, как это жить с таким человеком. Ну, может быть, трудно, может быть, вообще невыносимо. И Джудит Бек тоже показывает нам такой мощный пример, яркий, некого равновесия, баланса и гармонии между своей деятельностью как профессионала и как человека, как женщины, как матери, как супруги. И здесь вот такая обратная связь и такие слова от супруги Аарона Бека, от мужа Джудит Бек были для нас тоже таким ярким, интересным, потрясающим, по сути, открытием с другой стороны посмотреть на эти фигуры. Ну и, конечно, тоже эти кадры я использую в первом таком вводном семинаре. И здесь хотел бы показать еще один кадр, который я реже показываю. Здесь мы просто общаемся с Беком. Но вот, чтобы вы не подумали, что я с ним дерусь, это такое взаимодействие, общение такое дружеское. И человеку уже было почти 100 лет, но он все равно вот так же по-дружески там здоровался, общался с людьми, которые для него важны, ценны. И вот это было потрясающе, что он не только помнит себя, но уже помнить в 98 лет это достижение.
Но он еще мог вспоминать и говорить, вот вам, вы планировали мероприятие, оно прошло, вы должны были пригласить там такую-то женщину с таким-то докладом, она его прочитала. Ты не помнишь уже про мероприятие, а про доклад-то вообще. Вот потрясающая память человека, который действительно прожил всю свою жизнь с искренним интересом к тому, что он делал, к тому, зачем это все. То есть он видел в этом смысл. И именно смысл создавал ценность, и эта ценность поддерживала его и когнитивные функции, и все ментальные процессы. И несмотря на физические, конечно, что он уже соответствовал своему возрасту, вот то яркое такое, что светилось в его глазах, интерес к жизни, любовь к людям, открытость, до последнего дня было с ним. И мы общались и в переписке практически до последних его дней, и онлайн-мероприятия показывали, насколько человек может по-другому встретить старость. То, что мы называем активным долголетием, в первую очередь ментальным, вот Бек потрясающий яркий пример. 1 ноября Тим Бек, как его звали друзья, Аарон Бек ушел из жизни, но он оставил после себя не только продолжателей своего рода, 4 детей, 10 внуков и 10 правнуков, но и колоссальное научное наследие, колоссальную практику, колоссальный опыт. И мы надеемся, что не только его имя не будет забыто, это, безусловно, такая важная страница истории психотерапии, не только его книги будут переиздаваться, но что в целом дело всей его жизни будет продолжаться, и мы надеемся и в вашем лице увидеть людей, которые будут поддерживать эту традицию, развивать ее, бережно сохраняя, но внося туда и свежие идеи, новые мысли, новые возможности, которые будут помогать еще лучше заниматься терапией, лечением наших клиентов и пациентов. Поэтому спасибо большое, коллеги, что выслушали этот длинный монолог. Спасибо, что активно откликались в чате. Мы посчитали очень важным провести этот день вместе, поскольку для нас это очень знаменательная дата. И мы считаем важно, чтобы с уходом человека не останавливалось дело, которому он посвятил свою жизнь, и это будет лучшим подарком и лучшей данью памяти этого великолепного человека. Спасибо большое Дмитрию Викторовичу за такой теплый рассказ, за историю, да, которую он с нами поделился. Это было, ну, достаточно и эмоционально, и полезно. Тоже удалось узнать какие-то более такие подробные детали из жизни Бека и обогатить здесь свои знания и представления об этом. И я хочу сейчас пригласить наш эфир клинического психолога, преподавателя семинаров базового курса КПП, психолога КПТ-центра BCBT, члена Американской психологической ассоциации, аккредитованного супервизора АКПП Павла Владимировича Плясова. Павел, добрый вечер. Да, добрый вечер, Максим. Добрый вечер, коллеги. Добрый день, добрый вечер, смотря кто где находится. Спасибо большое за приглашение, за эту возможность так выступить с небольшим словом таким, поделиться впечатлениями и вместе отметить этот замечательный день, день памяти Аарона Бека, человека, который сплотил нас всех. Я думаю, это будет справедливо сказано. Чьи работы, как вот говорил Дмитрий Викторович, и чье наследие продолжает вдохновлять нас и наполнять нашу жизнь смыслами. Спасибо большое всем участникам, в первую очередь, за ваш интерес, за то, что вы выбрали быть здесь сегодня здесь с нами этим вечером. У вас наверняка было 1001 дело, которое вы могли выбрать вместо этого, но очень приятно видеть столько коллег, друзей, заинтересованных людей, и сколько еще нас посмотрят в записи. Это говорит о том, что не мы одни горим этим делом, не нам одним это интересно и нравится. КПТ действительно
сплотила, сплочает всех нас, является важным таким элементом жизни многих. Я, наверное, хотел бы поделиться несколькими такими элементами того, как это складывалось в моей жизни. Это знакомство состоялось, оно, как я думаю, для многих из вас состоялось знакомство с КПТ в целом, я имею в виду, состоялось знакомство с Дмитрием Викторовичем Ковпаком, нашим другом и учителем с большой буквы. Вот уже 10 лет назад, как моя, в всяком случае, встреча состоялась, и это было что-то принципиально новое с самого начала, то есть когнитивно-поведенческая терапия, ну, скажем так, в хорошем смысле подкупила своей такой элегантностью, прозрачностью, понятностью, транспарентностью. И это те ценности, которые очень как-то срезонировали со мной и в тот момент в жизни, и продолжают резонировать до сих пор. Это было такое для меня очень важное и знаменательное событие, та встреча. И уже вот через знакомство с Дмитрием Викторовичем, через с Андреем Геннадьевичем и с многими другими специалистами открыла дорогу и к такому самообразованию в этой области, и к обучению, конечно же, в ассоциации когнитивно-поведенческой психотерапии в нашей ассоциации. И вот на сегодняшний день есть такие невероятные возможности благодаря технологиям и в самом институте Бека обучаться, ну, с самим Аароном, только в онлайн-формате удалось поприсутствовать на некоторых мероприятиях. Ну вот, Джудит Бек, как такая продолжательница этой традиции, конечно, нередко тоже и на вебинарах, и на конференциях нас встречает и всегда тепло отзывается и о наших специалистах, и о совместных начинаниях. Действительно, это достаточно большой срок, 10 лет, и за это время, конечно, много чего удалось и сделать, и каких качеств развить. Я до сих пор с теплотой вспоминаю такое, наверное, первое уже самостоятельное знакомство с когнитивно-поведенческой психотерапией. Я тогда проходил обучение в резидентуре и впоследствии работал в Институте Бехтерева в Санкт-Петербурге. И до сих пор помню доклад по когнитивно-поведенческой терапии, где как раз вот рассказывал про Аарона Бека, про когнитивную модель. И помню такой интерес, в том числе от своих сокурсников, потому что тогда когнитивно-поведенческая терапия еще, так скажем, набирала обороты, может быть, у нас в стране, и доминировали многие другие направления терапии. И вот это был такой интересный момент и знакомства, и самообучения, и самообразования. И вот с тех пор мне часто вспоминается фраза Джудит Бек, которая говорит о том, что когнитивно-поведенческая психотерапия – это не только способ такой диагностики психологических расстройств, но и некая жизненная философия, способ восприятия жизни. И эта фраза показалась мне очень важной. И очень важной одновременно, и с годами, со временем, мне кажется, я действительно стал понимать, что она имела в виду, когда говорила это или писала в одной из своих книг, что это действительно может стать не только, вот, знаете, работой, вот там с 9 там, до 5, условно говоря, что-то, что вы делаете до вечера, а потом как бы оставляете это где-то вот там на следующий день, а что это может стать некой такой жизненной философией, как череда смыров, если хотите, да, то есть в некотором смысле такая возможность воспринимать жизнь через призму этой когнитивной модели. И вот, наверное, вот эти три элемента, которых я хотел бы коснуться. Ну, как вы видите, у меня нет какой-то заготовленной речи, такой вот, может быть, презентации, поэтому я скорее делюсь мыслями, импровизирую. Но вот три элемента, на которые мне хотелось бы обратить внимание, это как раз-таки вот этот элемент философии и восприятия, взгляда на КПТ как философии, как возможности воспринимать эту действительность через призму этой когнитивной модели. Что, конечно, является огромнейшей заслугой Аарона Бека, вот, познакомить нас, весь мир с этой моделью. И философия, которая лежит в основе того, о чем говорил Дмитрий Викторович, даосизм, буддизм, стоицизм, аналитическая философия – это очень такие мощные течения. Это, мне кажется, очень-очень важно, то, что нас объединяет вот такие глубинные исторические философские концепции. Ну и, конечно, как третий элемент, КПТ как такое вот сообщество, как семьи в широком смысле этого слова, объединенного общими ценностями.
Это огромная радость и честь быть частью этого сообщества и нашего внутреннего российского и международного сообщества. Ведь наша работа, наша деятельность – это большая часть нашей жизни. И это огромное счастье любить то, что ты делаешь, получать удовольствие от того, что ты делаешь, с интересом браться за сложные кейсы, разбираться в сложных кейсах, развивать свои навыки, знакомиться с новыми людьми. Поэтому вдвойне приятно, что у нас развивается так много различных формальных, неформальных способов коммуникации, таких как CBT-кэмп, CBT-ту, где есть возможность познакомиться с единомышленниками, с теми, кто неравнодушен к нашему общему делу. И все это, естественно, было бы невозможно, если бы не один человек, Арендек, то есть человек, который создал то, чем мы с вами занимаемся, чьими косвенными трудами, усилиями мы все находим себя вот именно в этой точке пространства. И за это, конечно, я думаю, что я могу говорить от многих из нас, из вас. И за это, я думаю, мы все ему очень благодарны. Я тоже лично очень благодарен. Я жалею, что не было возможности очно познакомиться с Аароном, но вот через его работы, через его учеников такие возможности, к счастью, у нас есть. Пожалуй, наверное, это такая общая часть, наверное, то, о чем хотел сказать в первую очередь, основной такой вещь. Если, может быть, есть какие-то вопросы или комментарии, смотря как у нас устроен формат, то формальную часть на этом я свою мог бы завершить на словах благодарности за такую вот возможность и выступить, и поделиться. И надеюсь, конечно, что коллеги в чате поддержатся и поделятся своими историями, своими комментариями. Поэтому спасибо еще раз большое вот за приглашение, возможность поделиться впечатлениями, немножко о своем жизненном пути рассказать. Павел, спасибо большое, то, что поделились этой историей и поделились тем, ну, какую роль вообще это играет в вашей жизни, и отметили то, ну, насколько происходит объединение сообщества, не только российское, но и мировое когнитивно-поведенческое направление, в частности, когнитивная терапия Аарона Бека. Да, спасибо вам за этот рассказ. Спасибо большое. И тогда с удовольствием передаю слово. Да, спасибо. Мне бы хотелось напомнить, что скоро будет у каждого из вас возможность подключиться к нам сюда в эфир и поделиться, возможно, какой-то своей историей, которая, да, у вас есть и которую вы хотели бы, чтобы они узнали. Поэтому, если кто-то будет готов, то мы с удовольствием вас послушаем. И сейчас я хочу пригласить следующего гостя нашей встречи. Врач, клинический психолог, преподаватель, спикер ассоциации АКПП, психолог-консультант центров BCBT Альберт Индирович Муртазин. Пожалуйста, Альберт, вам слово. Максим, спасибо большое. Коллеги, спасибо большое, что мы с вами собрались здесь. Мне немного волнительно говорить, я думаю, что это будет чувствоваться по голосу. Когда я думаю, да, о Аароне Беке и о том, что вот мы все часть такой большой дружной семьи КПТ, ну, действительно, чувство, да, несколько, ну, может быть, становится несколько избыточным. И сегодня мы вспоминаем человека, без которого мы просто не можем себе представить, да, нашу жизнь как психологов, ну и в целом, да, когнитивно-поведенческую психотерапию. Сегодня мы говорим про Аарона Бека, про человека, чьи труды, чья работа в психологии, психотерапии оставила очень важный для нас всех след. И в течение своей очень плодотворной, длительной жизни Аарон Бек преобразовал не только то поле психотерапии, которое было до него, но он и изменил жизни многих людей, да, многих людей к лучшему. Ну и в том числе, я надеюсь, что это наша с вами жизнь. Ну, про себя я точно могу сказать. Могу сказать определенно. И ну, вот я тоже, скажем так, в какой-то степени, да, думаю, то,
чем можно поделиться, что важно для меня, когда я думаю о Аароне Беке, да, о нашей когнитивно-поведенческой психотерапии, я решил выделить три способа прикоснуться к Аарону Беку, да, несмотря на то, что его нет с нами физически. Сегодня у нас такие три способа есть. И первый способ, да, это вот наши с вами мероприятия. Ассоциация, да, это наше с вами такое собственное тайное общество, наше такое подкрепление традиции прямой передачи знаний. То, что нам сейчас рассказывал Дмитрий Викторович, да, в таких подробностях, о конкретных эпизодах передачи Аароном Беком знания психотерапевтам из России, да, Дмитрию Викторовичу. Это, ну, представьте, как, что это как так, начало, да, такой, ну, такой химической реакции, которую дальше уже не остановить. То есть мы, ну, вот Павел тоже говорил, да, что нам уже не довелось лично видеть Аарона Бека и пожимать ему руки, но через рассказы Дмитрия Викторовича, да, через его обучение, мы можем к этому прикоснуться. И именно мы с вами, да, ну, ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, это мы с вами, да, и именно мы с вами продолжаем то дело, которое Аарон Бек несет по всему миру, продолжаем его нести, да, на русском языке. И здесь, ну, надо сказать, что это не только, да, ну, то есть поведенческая терапия, это не то, что высечено в камне, это то, что постоянно развивается. И здесь, с одной стороны, да, и я очень горжусь и радуюсь тому, что наша ассоциация – это до сих пор единственная организация, которая напрямую несет знания от Института Бека, да, то есть это, скажем так, ведущий партнер Института Бека на всем нашем русскоязычном пространстве. И это касается и того, что уже было проведено, да, и продолжение сотрудничества, ну, скажем прямо, может быть, не самые простые времена. Да, то есть это сотрудничество продолжается, и это здорово, это не может не радовать. Здесь важно сказать, что мы продолжаем это не только в историческом смысле, да, но и постоянно развивая это знание. То есть у нас есть возможность, да, постоянно развивать ту линию КПТ, которую нам передал Аарон Бек. Тут вот трудами Дмитрия Викторовича, да, Максима Александровича, здесь я хочу вспомнить о терапии, ориентированной на потребности, которая вытекает из когнитивно-поведенческой психотерапии Аарона Бека. И сам КПТ Бека в представлении Института Бека тоже сильно меняется. Да? Тот самый акцент на сильные стороны, акцент на работу с ценностями, с потребностями, это то, что на сегодняшний день, скажем так, и выделяется отдельно, да, в CTR, когнитивную терапию, ориентированное установление, и проникает во все грани когнитивно-поведенческой психотерапии. Это наш первый способ, да, прикоснуться к Аарону Беку через традицию, через Дмитрия Викторовича, да, через его такую прямую передачу знания. Второй способ, о котором мне хочется сказать, это книги и статьи. Да, и здесь мне важно рассказать о собственной истории, о том, что сильно, на мой взгляд, повлияло на выбор когнитивно-поведенческой психотерапии как метода. Ну и я согласен с Павлом, да, не только метода, но и такого образа жизни, образа мышления. Я вспомню историю, что, ну, я учился в медицинском университете, я его закончил в 2012 году, и у нас во время учебы были программы обмена. И параллельно обучаясь на втором высшем по психологии, я взял почитать, да, в Европу на тот месяц, когда я был, ну, когда я работал врачом по обмену, взял почитать в своей читалке на Kindle, да, ряд трудов классиков психологии и психотерапии. Там был и Роджерс, там был и Адлер, и Эрик Берн, да, и там была книга Аарона Бека «Когнитивная терапия депрессии». И что-то было сложнее читать, что-то проще, да, но «Когнитивную терапию депрессии» я прочитал
прямо в один присест. И это настолько, ну, это простая идея, да, то, что у нас есть мысли, убеждения, которые влияют на наше настроение, которые мы можем менять. Та идея, которую мы сейчас доносим до клиентов, сложно себе было представить, что она существует уже больше полувека, да, на тот момент. И так мало людей о ней знают, так мало людей о ней пользуются. И понятно, что все мы с вами, да, все психологи, кто работает в когнитивно-поведенческом подходе, все мы сейчас так или иначе этим способом помогаем клиентам. И идея того, что это может помочь, да, захватила меня тогда и захватывает до сих пор. Здесь еще можно, ну, можно вспомнить статьи, которых немало, да, и часть из них переведена на русский язык. Здесь я хочу отдельно обратить ваше внимание на статью, которая есть на сайте ассоциации в разделе «Статьи». Она называется «Генеративная когнитивная модель Аарона Бека». И удивительно, что Аарон Бек, да, менял жизнь вокруг, менял теорию, которую он создал более 50 лет назад, до самых последних дней своей жизни. Это статья 2014 года, и в ней есть существенные изменения, да, когнитивной модели. Ну, мы ее изучаем сейчас на наших семинарах базового курса, да, знаем как генеративную когнитивную модель. Но вот это вот постоянное развитие, ну, то есть то, что это не статично, а постоянно динамично меняется, там, до сегодняшнего дня включительно, и будет продолжать меняться, да, эта идея, она потрясает. Мы с вами постоянно, мы не можем стоять на месте, да, мы с вами постоянно развиваемся. И читая труд Бека, ну, 2014 года, да, уже почти 10-летней давности, понимаешь, насколько же много информации, которой еще можно прикоснуться, да, насколько же много Аарона Бека, которого еще можно почитать. И сейчас я вдохновляюсь этим, работая над переводом таких книг, как «Когнитивно-поведенческая терапия аддиктивных расстройств». Да, я надеюсь, что эта книга тоже скоро выйдет на русском языке. Вот мы также совместно, да, с Павлом, с Дмитрием Викторовичем работали над книгой, которую мы все очень ждем, да, и тоже надеемся на скорое появление. Это третье издание книги Джуди Бек. Ну и я упоминал про CTR. Этот метод, я надеюсь, тоже скоро будет изложен, да, в интерпретации Аарона Бека на русском языке. И, коллеги, я тут вас призываю читать больше Аарона Бека, да, потому что он, с одной стороны, не устаревает, с другой стороны, написано так много, и так, там так много идей, которые мы до сих пор пропускаем, да, частично мы стараемся доносить на семинарах, на мероприятиях наших ассоциаций, да, и я тут призываю вас к этому процессу присоединиться. Ну и третий способ прикоснуться к Аарону Беку сегодня, как бы это странно ни звучало, да, это через разные живые выступления Института Бека. Я тут еще раз вспомню про то, что, несмотря на сложные времена, ассоциация продолжает организовывать разные мероприятия, да, в том числе с Институтом Бека. Я думаю, очень надеюсь и верю, что это будет продолжаться. Но тут еще хочется вспомнить про то, что у нас есть возможность, да, это возможность не из дешевых и не из простых, но, тем не менее, есть возможность быть на одних и тех же конференциях, да, с представителями Института Бека. И тут вот хочется вспомнить недавний опыт, где мы, в частности, с Павлом, да, были на Всемирном конгрессе по КПТ, который проходил в Сеуле, в Южной Корее в этом году, в июне этого года. Дмитрий Викторович, Алиса Игоревна тоже были там, да, и мы совместно таких с одной стороны, да, на выступлении, с другой стороны, в смолтолках с Джудит Бек, с Аленом Миллером могли прикоснуться к той самой линии знания, да, абсолютно напрямую, абсолютно без всяких экивок, да, и каких-то барьеров, которые, возможно, искусственно создаются в нашей голове. Это то, ради чего, мне кажется, стоит посещать подобные встречи, да, и в частности будет конгресс недалеко от Анталии, Европейский конгресс, да, 4-7 октября этого года. Поэтому если у вас есть возможность, обязательно посещайте такие мероприятия, да, обязательно надеюсь, что будем встречаться на нашем форуме, который объединяет всех специалистов русскоязычных, которые проходят в Петербурге в мае, да, ежегодно. И это третий, но не менее важный способ соединяться, быть такой живой связи друг с другом, да, и одновременно прикоснуться к наследию Аарона Бека, которое
который навсегда с нами. Ну и я в заключение, наверное, скажу то, что Арон Бек для меня, да, это не только ученый и практикующий психотерапевт, да, но и источник вдохновения. Я надеюсь, что и думаю, что во многом такие мероприятия позволяют нам и сплотиться, да, и вдохновиться тем, что уже было сделано, то, что делается, и то, что еще будет сделано, да, и это помогает и поможет нам на этом наследии, да, делать так, чтобы люди могли обретать психическое благополучие и счастье, да, и чтобы мы с вами могли обретать то же самое счастье и жить жизнь, основанную на наших ценностях, используя те методы, те техники, да, то отношение к себе, которое мы стараемся передать клиенту. Коллеги, еще раз спасибо большое, что мы сегодня так собрались, и спасибо за сегодняшнее мероприятие. Альберт, спасибо вам большое за рассказ, за то, что поделились своими идеями, своими историями. Знаете, когда вы рассказали про первый пункт о том, как мы можем соприкасаться с Ароном Беком, и то, что когда мы объединяемся в сообщество, когда мы рассказываем какие-то семинары или какие-то истории, это действительно, вот сейчас я уловил такую идею, что когда я веду семинар когнитивной терапии Арона Бека, я понимаю, что это достаточно такое тесное соприкосновение, и оно такое очень важное. Спасибо, что как-то вы подсветили вот этот момент. Он такой лично для меня был очень таким значимым здесь. Спасибо вам большое, Альберт. Спасибо большое вам. Коллеги, очень рад, что мы этим вечером собрались, да? Вам успехов и в работе, и в жизни. Да, спасибо. Спасибо, Альберт. Ну что, коллеги, мы будем с вами двигаться дальше, и уже совсем скоро мы узнаем победителя конкурса, да, а пока я хочу пригласить следующую гостью в наш эфир. Психолог, преподаватель, руководитель Центрально-Черноземного отделения АКПП, преподаватель школы начинающего специалиста ПСИ-СТАРТ АКПП, психолог КПТ Центра BCBT, директор образовательных программ АКПП Ирина Викторовна Карголь. Ирина, добрый вечер. Добрый вечер, Максим. Здравствуйте, коллеги. Я рада, что удалось сегодня присутствовать на таком мероприятии. К сожалению, не все вначале еще слышала, потому что буквально с корабля на бал, с занятия на эту теплую такую встречу. И, наверное, я поделюсь, может быть, такими своими личными переживаниями, связанными с когнитивной терапией Арона Бека. Меня спрашивали организаторы этого мероприятия, как, может быть, я узнала об этом подходе, как он повлиял на мою жизнь. И, конечно, мне кажется, что, по крайней мере, всю свою профессиональную жизнь я живу в соприкосновении с этим подходом благодаря замечательным учителям, которые у меня были в университете, Ольга Валентиновна Рычкова, первая, кто рассказал о том, что есть такой подход, как когнитивная терапия, это очень эффективный, современный, перспективный подход. Первые книги, которые были тогда практически не в доступе, их нужно было распечатывать. Я помню, как мы как-то обсуждали с вами, кто где искал информацию о КПТ, это всякие сборники Малкин и Пых и различные такие издания, которые не очень, ну, были, может быть, растиражированы даже, но, тем не менее, это такая первая информация, которая позволила прочувствовать на себе этот подход. И дальше, когда я, скажем так, пришла в ассоциацию, ассоциация пришла к нам в регион, то захлестнула такая волна знаний, бурного развития,
подхода Арона Бека в России, ну и, наверное, на всем постсоветском пространстве, благодаря усилиям Дмитрия Викторовича и Алисы Игоревны, для многих теперь доступно не только обучение, но и помощь в рамках этого эффективного подхода. Я, как и многие другие люди, наверное, сталкивалась с различными кризисными моментами, может быть, потрясениями в жизни. И навык ведения дневника СМЭР, наша модификация авторская Дмитрия Викторовича, методика, протокол, позволяли и позволяют до сих пор справляться со многими жизненными трудностями, преодолевать их, делать из лимонов лимонад, вот, и двигаться на пути к своим целям, укреплять свою жизнестойкость. И, наверное, самым таким, может быть, ярким примером в том, как мне пригодился этот подход в работе, я бы сказала, связан с учебной в какой-то степени ситуацией, когда я впервые заинтересовалась темой перинатальной психологии. Ну, это какой 2008 год был, 2008-2010, когда нужно было магистерскую работу написать. И тогда еще практически очень мало было исследований и работ, и уж тем более мало кто применял этот подход в работе вот с клиентами, у которых есть эмоциональный дистресс, перинатальный дистресс, как в институте Бека его называют. И я увидела, что достаточно эффективно этот метод справляется. Ну, то есть его создатель Арон Бек, в общем-то, изначально этот метод был подобран, собран для пациентов с тревожно-депрессивными расстройствами. И в группе клиенток, с которыми я работала, девушек, у которых репродуктивные трудности, также наблюдалось такое состояние, была выражена тревожно-депрессивная симптоматика, и КПТ очень хорошо себя показывает здесь. Поэтому в какой-то степени можно сказать, что косвенно КПТ способствует не только снижению эмоционального дистресса, но и улучшению демографической ситуации в нашей стране, потому что статистика хорошая, все-таки вкупе с поддерживающей психотерапией различные медицинские вмешательства проходят успешнее, и люди способны, ну, находят в себе ресурсы, силы дойти до конца, до выздоровления, до реализации своих потребностей и своей мечты. Поэтому для меня когнитивно-поведенческий подход — это не только инструмент такой вот, который, ну, то есть для меня это что-то большее, нечто просто избавление от страдания, это какой-то вот такой созидательный компонент, это что-то позволяющее рождаться новой жизни. И мы и сами это перерождаемся зачастую, когда находимся в терапии или самотерапией занимаемся. Приобретаем новые навыки, переосмысливаем сложные ситуации. Ну, вот, наверное, такой и самый, может быть, яркий момент. Но и, конечно, большая благодарность моей с точки зрения, ну, как бы, к Дмитрию Викторовичу, Алисе Игоревне, людям, которые знакомы с Ароном Беком, его семьей, и они несут эту мудрость нам, и Дмитрий Викторович очень много сделал для того, чтобы конкретно я, как специалист, выросла с тех пор, как только начала учиться в ассоциации, и такую поддержку, которую он оказывает, тоже невозможно переоценить. Спасибо, Ирина. Я так понимаю, что, получается, вы сразу стали приверженцем
когнитивная терапия. С самого начала этот метод покорил вас, и вы начали в нем дальше развиваться. Да, это любовь с первого взгляда и такая надежная привязанность. Я надеюсь на всю жизнь, потому что я и не представляю себя в каком-либо другом подходе. И я вижу результаты у своих клиентов, вижу возможности, которые дает гибкое мышление конкретно мне, моей семье. Я стараюсь учить детей подходить к проблемам с разных точек зрения, прививать им такой навык посмотреть на ситуацию с разных сторон. И мне кажется, это очень полезно. Не обязательно использовать, ну, там, проводить сессии или записывать, да, вот, там, на прием своих родных. Ну, в определенных случаях, конечно, может быть и нужно. Но это может стать стилью жизни, некой философией. И мне кажется, это здорово, когда ты мыслишь таким образом и позволяешь своим родным, своим близким, подрастающему поколению перенимать эти навыки, потому что действительно в жизни они очень пригождаются. Ситуации бывают разные, наш мир постоянно меняется, и очень здорово, когда у тебя есть возможность к нему приспосабливаться. Да, но про надежную привязанность, мне кажется, это действительно так, учитывая, что когда мы с вами обсуждаем какие-то проекты и какие-то в целом там семинары, я не заметил каких-то критериев того, что эта привязанность может как-то нарушиться действительно. Да. Точно. Очень здорово, что у нас в ассоциации, если уж не сверхобобщать, но у большинства коллег, да, что у нас мы все такие единомышленники, и мы, мне кажется, все очень вовлечены в процесс, горим своей работой, поэтому, и мне кажется, ну, мне лично и всем нам очень повезло, что стиль жизни, наше увлечение, наша философия, хобби становятся параллельной нашей работе. Тогда точно ты чувствуешь себя в контакте со своими потребностями, ценностями, и это позволяет не выгорать. Да, спасибо, Ирина, что поделились тоже своей историей. Спасибо большое. Да, спасибо. Пока Ирина рассказывала, у меня заметил 2 триггера было из рассказа Ирины, которые активировали некоторые мои размышления. И на правах модератора я все-таки, наверное, позволю себе немножечко поделиться. Первое – это про любовь с первого взгляда, а второй триггер был – это Малкин и Пых. И была такая история, когда в 2005 году я закончил мединститут, и я помню, когда меня отправили к пациенту в клиническом нашем госпитале, пациент был с тревогой, нужно было с ним поработать. И после института я очень долго думал, что же делать с этим клиентом, было непонятно. И моя коллега передала мне как раз этот справочник, по-моему, называется «Малкин и Пых». Я начал его судорожно листать, думая, что же можно сделать. И случайно наткнулся, и я сначала подумал, что везде один текст, я не успею прочитать, я не смогу познакомиться с тем, что там описано. И в какой-то момент я увидел, там написано АБЦ было, потом дальше А, что делать, Б, что делать, С, что делать, и был расписан как некий такой алгоритм действий. Я по-быстрому прописал это себе на отдельный листочек и пошел к своему, по сути, первому пациенту работать с тревогой и заметил через какое-то время, что это было достаточно эффективно. Потом я заинтересовался, что это за АБЦ такая была, потому что, когда учился в институте, было знакомство с когнитивной терапией, но либо я как-то это пропустил, либо по каким-то причинам не обратил на это внимания. И с этого момента, это с 2005 года, началась такая моя любовь когнитивной терапии Бека и ее такое изучение более подробное.
Как Ирина уже отметила, что литературы на тот период ну, практически не было. И 2005 год вот, я ничего не нашел. И, наверное, уже только в 2009 год был, когда я нашел в интернете, было такое обучение, Дмитрий Викторович проводил в Санкт-Петербурге, и я решил, поеду в Петербург, посмотрю, что это за обучение, да, по когнитивно-поведенческой терапии. И так состоялось мое знакомство уже более такое подробное, более детальное и с когнитивной терапией, и с Дмитрием Викторовичем. И потом уже продолжился этот путь развития. И второй момент, который сейчас тоже мне вспомнился, на одной из конференций удалось пообщаться с Джудит Бек, и это был такой потрясающий опыт, такой потрясающий открытый человек, которая делилась своей информацией, знаниями и очень так по-теплому отвечала на все мои вопросы, которые возникали один за другим в моей голове. И я очень тоже благодарен, что этот контакт состоялся. Так, ну, я немножечко отвлекся, прошу прощения. Да, нужно было реализовать все автоматические мысли, рассуждения, которые возникли, да, в связи с рассказом Ирины здесь. И дальше уже пока готовится у нас следующий гость, кто хочет присоединиться и поговорить о том, какое влияние оказал Арон Бек и когнитивная терапия на жизнь, мы сейчас с вами поговорим и узнаем, кто у нас победитель конкурса, да, как Арон Бек и его когнитивная терапия повлияли на вашу жизнь. И пока готовится наш гость, я зачитаю эту историю, да, которая выиграла в этом конкурсе. Значит, история влияния Арона Бека на мою жизнь. Вопрос сложный и до сих пор отзывается потаенной болью. Ведь с трудами этого замечательного терапевта меня познакомил дедушка, отец и мать, по сути, двуединые в одном лице, ныне же упокоенный и развеянный над Гангом. Будучи еще студенткой психологического факультета, я активно помогала дедушке в его социально ориентированных проектах, один из которых был направлен на профилактику суицидального поведения среди несовершеннолетних. Шкалы тревоги и депрессии Бека стали первыми, которые я в своей жизни применяла на практике. Простые по своей форме, но дающие отличные диагностические результаты, они помогли нам сформировать модель, на основе которой мы и выстраивали психообразование для маленьких благополучателей. Дедушка ни разу не психолог, а физик-математик, интуитивно нащупал путь КПТ, в отличие от меня, получающий психологическое образование, и помог мне осознать, как я бы хотела работать с клиентами. Однако после его смерти я так и начала практику. Я посвятила более 12 лет жизни социальным проектам, и лишь спустя 2 года после смерти дедушки, когда я начала разбирать его документацию, я обнаружила распечатанные им статьи Арона Бека. Этот триггер заставил меня разрыдаться, едва не выбросить все и побежать на личную терапию, в ходе которой мой терапевт, работающий в когнитивно-поведенческом подходе, помог мне вновь почувствовать, что я ранее хотела работать в КПТ. Мой терапевт был очень похож на дедушку. Дедушка познакомил меня с Ароном Беком. Теперь я сама ввожу себя в мир КПТ, потому что именно работа с когнициями помогла решить старые проблемы, застрявшими в голове, и начать работать с клиентами уже наконец-то по-настоящему. И я теперь не вижу другого пути, кроме как в русле КПТ. Разве что с легким уклоном схема терапии. И эту историю нам прислала София Канавина. Спасибо вам большое, София, за такую трогательную историю
и я сам ее несколько раз перечитывал, да, для того, чтобы ну, как-то больше ее почувствовать. И действительно, здесь очень такая глубокая история и очень много переживаний и такой путь в КПТ, который очень значим. И вы являетесь победителем этого конкурса, и вам будет вручена книга Рона Бека. Поздравляем вас. С вами свяжутся, да, и отправят вам подарок. И давайте тогда продолжим, если у нас кто-то, кто хотел бы побеседовать в эфире, да, обсудить, как Рон Бек повлиял на вашу жизнь, на ваше профессиональное становление. Так, Вадим. Да. Да. Добрый вечер, Вадим. Добрый вечер, Максим. Да. Спасибо. Я. Да. Угу. Да, пожалуйста. Хотел бы поприветствовать вас, поприветствовать всех участников, всех сегодняшних зрителей. Хотелось бы поделиться немного своей историей соприкосновения с Беком и КПТ. Для меня как-то эти два понятия со временем стали тождественны. С одной стороны, Бек как такой отец-основатель, с другой стороны, КПТ в своем величии, в своем разнообразии. Да, что уж там говорить о КПТ третьей волны, такой прям разносторонний взгляд. А на меня произвело это сильное впечатление вообще само КПТ. В тот момент, когда я только заканчивал университет, и выходя оттуда, я помню свое ощущение, что я знаю, я готов, я готов к любым испытаниям, и я в тот момент трудоустроился в наш Самарский реабилитационный стационар. Вот, работать с подростками, в том числе там и с суицидальными намерениями, мыслями, и подростки, пережившие определенный вид насилия. И там я столкнулся с тем, то, что мне катастрофически не хватает во многом, по большому счету-то, и понимания, и практики. И я помню это ощущение, это был там 16-17 год, судорожно хвататься за каждое обучение, за каждую книгу, ища вот структуру, ища понимание, и чтобы я мог это понимание, самое главное, донести, рассказать, объяснить, с одной стороны, себе, что происходит, с другой стороны, и клиенту. И обучение было разное, начиная от EMDR, Института интегративной семейной терапии. Я доходил до директивного гипноза. Вот. И все это было хорошими, ну, как будто бы для меня такими методическими, инструментарием. Вот, везде были свои сильные стороны, слабые, но вот я помню, что в 2017-18 году я познакомился с КПТ, причем это было очень так случайно. У меня на тот момент были определенные предубеждения, когда вы сегодня говорили про любовь с первого взгляда. Она у меня, ну, так сложилась, что не случилось. Я услышал, я как-то посмотрел, но не придал этому какого-то значения, как-то обесценив, видимо, в сердцах. Вот. А потом я посмотрел на это уже с позиции опыта, и настолько проникся, что прям буквально прочитав одну, по-моему, это была статья и одна книга, я принял решение в 2019 году вот, бегом на обучение. И КПТ мне дало то, что я так давно искал. Первое – это структура. Первое – это понимание того, что происходит, как это донести клиенту. Это огромное количество того инструментария, который я применял.
ну и применяю в настоящий момент, это отвечало требованиям той краткосрочности, да, в котором клиенты реабилитационного стационара находились у нас, и не было возможности проводить долгосрочную там, аналитическую историю. Ну и она показала, конечно же, свою эффективность. Для меня КПТ – это такая философия длиною в жизнь. И когда я говорил вначале, да, что я столкнулся с тем, что я не знаю, вот как бы это не звучало, КПТ привела меня к мысли, что я действительно знаю не все, и это прекрасно, я этому рад, потому что у меня есть путь моего дальнейшего развития. И КПТ, ну, здорово поменяло мою жизнь. Даже сейчас, находясь здесь, я нахожусь в своей экспозиции. Да, это сейчас для меня это тоже определенный опыт и определенный навык, который я понесу с собой. Вот, поэтому моя история, наверное, такова, и сейчас трудно себя отделить от этого метода, и трудно смотреть иначе на жизнь, да, вот, не так, как не через АБЦ, а как-то иначе. Угу. Вот. Действительно, когнитивная терапия – это достаточно такой очень много аспектов философии, и когнитивная терапия становится частью нашей жизни. Сложно сказать, что вот мы с клиентами, пациентами являемся КПТ-терапевтами, и когда прекращаем эту работу, мы уходим в какое-то другое пространство. Это остается также с нами, и мы используем это и в своей жизни, да, и это действительно так. Спасибо, что вот этим поделились. Но мне бы вот хотелось такой вопрос задать. Вот мне очень интересно, просто любопытно. Вы рассказали о том, что любви с первого взгляда не произошло с когнитивной терапией, да? И вы сказали о том, что вот вы прочитали несколько статью и, по-моему, книгу, и вот вы увлеклись. А что такого, вот почему это произошло в этот момент? Почему вы это сделали, и что вас зацепило тогда? На самом деле я думал над этим, и я понимаю, про что там шла речь. Там шла речь про то, что я отнесся к вот, модели АБЦ очень поверхностно. Я говорю, ну, мысль, ну понятно, ну, думаем. Да, но вот, и я вот сейчас врать не буду, по-моему, это была книга Лихи, где были конкретные упражнения. И вот через написание упражнения, очень близкое к СМЭРу, через вербализацию, через написание и в дальнейшем через оспаривание, через свой собственный опыт, только в этот момент я увидел, насколько это глубоко, насколько это важно, насколько это, ну, удивительно. И я, ну, не получил тот самый опыт, когда просто об этом услышал. Ну, действительно, наверное, очень сложно применять метод, направление, не пропустив его через себя. И действительно, что формула АБЦ первоначально может показаться обманчиво простой, да, и показаться, что это, может быть, не так эффективно. Хотя, если вспомнить мою историю, то, наоборот, я пошел за простотой. Но я думаю, что здесь контекст очень важен, потому что в моем случае был пациент, которого нужно быстрее что-то было с ним делать. И я на это, скажем так, повелся, на эту, может быть, простоту, и удалось потом понять, что это не так. В вашем случае получается, что изначально это было так воспринято, да, но потом вы через себя поняли, насколько это может быть по-другому. Да, да. И я очень рад этому опыту, который в корне поменял, ну, мою профессиональную жизнь, это точно. Хорошо. Спасибо. Спасибо большое, Вадим. Спасибо большое. Что поделились этой историей. Спасибо. У нас есть еще один гость, которого я приглашаю тоже в эфир. Руслан, пожалуйста, поделитесь своей истории, как повлиял
Арон Бек и когнитивная терапия на вас и на вашу жизнь? Да, добрый вечер, Максим. Сейчас, секунду, я переключусь на сейчас на другое устройство и подключусь с видео. Извините, да. Секунду. Так. Да, думаю, что так будет лучше. Да, еще раз приветствую. Да. Если честно, для меня достаточно неожиданно такое вступление. Я думаю, что это будет продолжение. Честно говоря, я не слушал довольно подробно, о чем шла речь до этого. И я посмотрел, наверное, минут 15 успел выступление Дмитрия Викторовича. Слово. И потом вот просто увидел сообщение на платформе, что продолжение в Zoom, и встал в очередь, и вот подключился сюда. Отлично. Тогда да? Поделитесь, пожалуйста, своей историей. Да, моя история. Даже не знаю, с чего начать. Наверное, начну с момента, когда я решил все-таки чуть подробнее изучить какой-нибудь из подходов, какой-нибудь из методов. На тот момент я заканчивал уже обучение по программе клинической психологии, и во время курса я брал несколько дополнительных семинаров, несколько дополнительных курсов в разных направлениях для того, чтобы для себя понять, что мне более близко, что, может быть, я мог бы в дальнейшей практике как-то применять. И как раз-таки одним из направлений, которое меня очень заинтересовало, была когнитивно-поведенческая терапия. Да, на тот момент я познакомился благодаря профессору Савченко, по-моему, была фамилия. Но это был такой вступительный курс общий, без подробной практики, просто скорее в качестве ознакомления. Я брал вот несколько. Просто понять, какие есть подходы и на чем они основаны, как они работают, и что, может быть, мне могло бы подойти. Да. И после этого как раз-таки я подошел и отдельно спросил, я бы хотел продолжить обучение, что бы вы могли порекомендовать. И он мне дал список из нескольких заведений, где можно поучиться. Одно из первых мест и рекомендаций была ассоциация когнитивно-поведенческой психотерапии, собственно, да, куда я обратился. И вот тут, пожалуй, и началось мое знакомство непосредственно с Аароном Беком. И поделитесь, да. Прошу прощения, как вот это отразилось на вас, на вашей жизни, может быть, на вашей работе с клиентами? Какие-то, может быть, здесь есть моменты важные? Да. Да, и первый мой шаг, кстати, был, когда я уже решил, что через какое-то время я пойду учиться в ассоциацию. Первый мой шаг был, мне кажется, судьбоносный по-своему. Я пошел, купил книгу Джудит Бек. И тут, конечно, я стал сам ее читать очень медленно, подробно, разбираясь буквально. Иногда задерживался на каждом абзаце, чтобы несколько раз его прочитать и попытаться понять. И я начал на себе все это применять. В первую очередь я решил, все, буду применять сначала на себе, а потом, может быть, уже и в практике. И вот чтение этой книги, оно заняло такое вот спокойное, методичное, какое-то вот такое планомерное, с задержками, с осмыслением каким-то, с возвратом. Несколько раз я просто дочитывал до какого-то момента, я просто возвращался и что-то перечитывал, и я стал применять на себе все те методы, которые описывались в книге. Стал еще параллельно изучать принципы, историю, и там как раз-таки вот история Аарона Бека и в целом зарождение КПТ, и еще до даже какие-то основы, то есть это было все очень интересно. Я, конечно, все больше и больше погружался
как в такую методическую основу, так и в практическую, в общем-то, часть. Пробую на себе все то, что написано в книге. И на мою жизнь это произвело большое, большое влияние, большое впечатление и оказало большое влияние. И, конечно, с каждым буквально шагом я все больше и больше погружался. И я не знаю, не хочется говорить громких слов, но действительно вот какая-то внутренняя предрасположка, какая-то внутренняя любовь к когнитивно-поведенческой терапии, она все росла и рос интерес. И далее, шаг за шагом, уже там появился интерес к каким-то и параллельным, там уже рэп, история Альберта Эллиса также заинтересовала, и уже в процессе, в общем, все больше и больше. Uh-huh. Пока это не переросло уже в практику, да, на каждом этапе, на каждом шаге я, конечно, все больше проникался этим подходом. И как вы сказал Дмитрий Викторович сегодня, благодарность. Ну, мое знакомство, получается, прошло. И, кстати, первый семинар, когда я увидел, еще, мне кажется, важный этап, еще до покупки книги, я совсем забыл, подробнее изучая уже про ассоциацию информацию, я нашел какую-то запись какого-то, видимо, семинара, живого выступления Дмитрия Викторовича. И вот, слушая 2,5 часа, я думал, что, ну, так, может быть, на убыстренной скорости как-то еще. Нет, я в итоге... Буквально с первых там, минут я включил, и это без отрыва 2,5 часа вот с такими глазами. Это не просто затянуло, это настолько вот как-то удалось Дмитрию Викторовичу как-то вот донести что-то очень важное. Очень много отсылок. Сейчас я понимаю, что это, в принципе, абсолютно нормально. И, то есть отсылки и к стоицизму, отсылки к буддизму, и все это как-то... Мне показалось, что это настолько комплексный подход, и как-то удается связать все в одно, и Дмитрию Викторовичу удается еще это так донести, с одной стороны, донести вот тот огромный объем, какой-то массив того, что здесь есть, и в то же время достаточно простыми словами для того, чтобы можно было понять это. И вот это уже точно было следующим этапом, и потом уже покупка книги, изучение самостоятельно. Потом начался базовый курс очный, а потом уже началась своя практика. И, конечно, вот я говорю, шаг за шагом это все больше открытий, все больше влияния, и как на свою личную жизнь, так и в дальнейшем в работе с клиентами. Это, конечно, спасибо. Спасибо. Но я бы хотел отметить, наверное, то, что вы тоже обратили внимание и поделились с нами тем, как вот и Вадим тоже, что вы это пропустили сначала через себя, вы попробовали это применять к себе, использовать тот инструментарий, который есть, и это постепенно, ну, увлекало вас в этот процесс, да, в этот путь. Здесь мне вспомнилась, да, вот ваша фраза о том, что постигать новые глубины, там открывалось что-то еще новое какое-то, да, и получается, что как психотерапия, как с ремонтом, да, что нельзя закончить, можно только прекратить это делать. Также и в когнитивной терапии на кажущуюся какую-то простоту, что просто там автоматические мысли, что там это может быть как-то поверхностно, там можно долго идти по этому пути, и иногда нету конца и края, даже если, ну, относительно, ну, достаточно неплохо себя чувствуем. Спасибо. Да, Максим, я бы хотел вот небольшую добавку, да, насчет кажущейся простоты. Вот даже вот в этой фразе «отловить автоматическую мысль» уже здесь зашито достаточно много навыков, и навыков очень важных. Это какая-то рефлексия, опыт такой осознанности, самонаблюдения, выявление мысли, отделение ее от чувств и выявление конкретной мысли. То есть даже просто поймать автоматическую мысль уже включает в себя это, ой, как непросто. Да. Действительно хочется за кажущейся простотой, и тут скрываются огромные пласты информации, опыта и такой вот исследований. Да, хорошо. Спасибо большое, Руслан. Спасибо. Да, спасибо. Извините, что я так вот, может быть, неожиданно. Вначале были технические неполадки, и так я подошел. Да, ну, спасибо за то, что дали слово. Да, спасибо. Да, спасибо большое вам за то, что поделились. Так, у нас есть еще одна участница. Да, который хочет поделиться. Евгения, пожалуйста, вам слово. Здравствуйте.
здравствуйте. Да, здрасте. Неожиданно, я просто да, слушала. Вы в эфире. Я поняла. Я очень рада сегодня быть на этой встрече. И спасибо всем участникам, организаторам. Всем недавно с вами, только 2 года, как я еще учусь, я еще даже не защитила основной свой кейс. Так, сложности со связью. Так, давайте подождем немножечко. Работаем над толерантностью. И, может быть, Евгений к нам вернется и все-таки поделится своей историей. Так. Ну, вероятно, Евгений к нам уже не вернется. И тогда я хочу, наверное, уже вас поблагодарить, уважаемые участники, уважаемые коллеги, что вы нашли время, что вы присоединились, что вы с нами разделили, да, это время и обсудили с нами, да, различные истории и поделились своими историями. К нам вернулась Евгения, и если есть, да, возможность, Евгения, может быть, получится сейчас вам поделиться. Я извиняюсь, у меня очень нестабильный интернет, и, видимо, вылетает. Если я вылечу, то извините, пожалуйста. Да, пожалуйста. Для меня когнитивно-поведенческая терапия, Дмитрий Викторович, Лиса Игоревна и все участники, я не знаю, все для меня как семья стали в последние 2 года. Мне очень нравится учиться в КПТ. Не знаю, было слышно или нет, я еще даже не защитила аттестационный свой кейс, только в августе 17 числа буду защищать. Вот, в различные конференции, CBT, форумы, туры, я везде с вами принимаю участие. Как я пришла к этому? Я работала в психоанализе, и что-то как-то несколько клиентов приходили: а вы не работаете в КПТ? Я: ну нет. И потом думаю, надо пойти, если клиенты просят. И вот пошла учиться. Мне очень зашло вообще в КПТ. Сейчас я только в КПТ работаю. И семейной терапии работаю в КПТ. У Анжелики Викторовны да, вероятно, опять да, возникли сложности со связью. Но курс семейной терапии, как минуны, чтобы прерваться, да? Да, сейчас хорошо уже слышно. В общем, я благодарна, и я с вами, я учусь, мне очень нравится. Вот, наверное, звук плохой. Спасибо сегодня за эту встречу, эту теплую встречу. Действительно, как семья уже ждешь с нетерпением, когда-то можно следующее поехать в путешествие с вами. Вот. Спасибо вам огромное. Да, спасибо, Евгений, что все-таки, несмотря на сложности со связью, вам удалось поделиться, да, своей историей. И я понимаю, что после этого знакомства с когнитивной терапией у вас начала формироваться привязанность, да, тоже с этим направлением. И вы продолжаете с ней в этом направлении уже работать. Хорошо, спасибо. Спасибо большое, коллеги, еще раз за встречу, за то, что вы поделились своими историями. Спасибо большое спикерам, да, участникам нашей, да, встречи, что тоже рассказали, как на вас повлияла когнитивная терапия и в целом Аренберг. Спасибо всем и увидимся на других мероприятиях. Всем до свидания.